Ну, стараться, да. Да я ничего. Лучше бы они были, как раньше. А Карел почем такой? 1600. Это канарейки, да? Самочек. А что-то все самочек продают, самцов никто не продает. Уже продали. А, вот почему? Самки остались, да. Так быстро, самки никому не нужны? Пока да. Сейчас сезон начнется, размножение, как раз они пойдут. И почем такие самые? Ну, самцы в любом случае дороже, да? Ну, вот сами, 2 рубля. 2 рубля. Пойдемте дальше. То же самое армавирское. Желтые. Черные. Голубоголовые, красивые. И почем такие? 3-5 по разу. 3-5. Хорошие рыбоголовые. Молодец. Шоколадные. Стол не брал. Сизые. Стол не брал. Белые. А телефончик не хотите оставить, если позвонит? Да, ставлю чуть. Ну, просто... 8-918. 142. 00-25. 00-25. Роман. Вы отсюда Краснодарский край, да? А, с Курганинска? Я снимал. Понятно. Звоните, ребята. Спасибо. Пойдемте дальше. Вот такие пары кучеряры, декорации. И почем такие шейки? 350. А эти, это пара, да, кучерявы? И что стоит? 1000 рублей пара. 1000 рублей. Остатный 500 рублей голова. 500 рублей голова. Так, сюда не влезу, там лужи. Так вот приближу здесь. Мрамор сидит. Я подниму. Так. Я перезвоню, скажи попозже. Маме, сейчас я спроси, так, шкуры. Это этот Женя. Так, крестовые монахи. Парочка белых. Так, хозяева в машине. Армавиры. Белые немцы. Вот кролики. Домашняя. Перепелки. Перепела.
300 Почем такие белые? 1000 рублей пара. 1000. Турки. А такие чили почем? Такие полторы. Полторы? Летят и лупят по черному. А? Летят и бьют по черному. А твердый сколько? Так нет, да. Пара? Очень большие крупные сизы. Тоже белые. Краснодарские. Крупные. Так, здесь мраморные. Сел и поехал, блядь. А, так ты на своей машине? Да. Да там еще где-то его. То же самое белое. Минусы. И почем такие? 3 рубля. 3 рубля голова. Ну они вот как выставочные, да? Вот, ну да, декоративные. Декоративные. Белые сосиловые. Вот еще. А мороняк это прям... Еще такие. Шоколадные. Да, там ролики. Ролики большие. Каждый раз ездишь. Когда ж ты будешь возить, продавать? А я только покупаю. Черный, чернохвостый. И почем такие хвостатые? Эти по 1500. 1500. А это все дешевое. Павлины. Костеры идут. Костер там. Почем такие? 250. 250 рублей. Там до тебя попал голуба, когда он заходил. Краснодарские. Это что эти артамоны, да? И почем такие? Смотря сколько будешь брать. А. Если 1500, больше 400. Если всех, блядь, по 300. И артамоны. Черные, красные. Павлины. Куры, куры, куры. Так, здесь у нас птички. И покупили комодины. Волнистые попугайчики. Тоже настоящие павлины. Хвосты торчат. А почем такой павлин? 11-12. 11-12 тысяч. Пацаны. Белые. Белые эти. Бухарские. А бухарские такие почем? 3000 пара. Там пара только бухарских, а эти. Эти как их? Благодарницкие или как? Да. А благодарницкие? 500 рублей. 500 рублей голова. Попугаи. Немножко разеваю сейчас. Какие-то у них. Начинаю после. Леушевские.
Ты на ход, ты знаешь? Сейчас люди покупают. Горлинки сегодня не просил, горлинок. Ну, а как, может, так не больше? Вот такие. Это что, эти рыбки? А горлинки почем такие? 300 рублей. По 300 рублей. Такие. Коля придет, придет. Пара головатых, пара черных. Ну-ка, хозяин бы приезжал и покупал. Здесь у нас пропустил плечистые и чили. Армавиры. Армавиры. Какая там соль, если одного два сольют? Так, ладно. Какие? Обошел. Почем такие? Ушел. Черные, красные. Широкохвостые. Хозяин ушел. Кого? Так. А я куда? А я куда? Рубу довезти меня. Такие белые. Ты, Витя, да, Витя. Крупные. Головатые, широкохвостые. И размер-то у них здоровый. Нет, вот это человек. Это уже штири. Курица живая. Вот я замерзла, а вы нет, понимаете? Я вот видите на себя надюкала и стою. Если бы она была бы никак кушать, я бы сказала. Да, я бы даже здесь на душу не брала. Зачем? Лёдает, все едят. По зубу посмотрели? Куры. Зуб набитый. Куры. Так, вот еще горлинки. Горлинки. Почем такие? Голубые 500 рублей по 1000. А такие? По 300 рублей. Такие горлицы. Куры. Куры. Так. Такие. Такие планисты тут. Такой малыш. Сидит. Очень много волных и попугаев. В общем, по 200 рублей. По 200 рублей. Вот я еще раз на шею голубую сказал, что был чуб весь. Вот, может, ты видел, нет, хвостатый. Я видел желта когти в одного. И почем такие вот хвостатые? 300 рублей? 300 как вот рублей. Это чуб, а той, как вот бабы. Так. Поехали дальше. Дальше. Павлины. Стальным хвостом. Почем такие? 1000 рублей. Синие хвосты называются. Вот, вот. Такие редкие какие-то. Остатные. Остатные почем? По 500. По 500 рублей голова.
Привет. Как-то мы попадаем с тобой. Ну ничего делать. Значит, судьба. Не говори, попадаем мы с тобой рядом. Просто вы на одном и том же. Короче, вот. Взял? Нормально. Так, внутри. Так, здесь у нас. Нет, таких я не пою. Это пакистанцы? Да, это пакистанцы. И почем такие? Они что делают? Все только летают и едят. Нет, еще и фотосъемку позируют вот перед ними. По 250. Понятно. Боя нет. Что говорите? Я не буду утверждать, потому что это не мои. Вот территория моя и тут уже. Краснодарские белобородые. Ну это шортамон. Нет. Нет. Это второй уклон. Нет. Похоже на артамонов, но у тех вот так побито, а это. Бородка белая. Мою юность как колечко было на шее. Это артамон. И почем такие? По 300. 300 рублей. Стартовая цена 300. Окончательно что, да? И вот. Когда уезжаем, клетка на клетку меня прибили. Голубей много. Много. Что-то себе ставлю, поэтому на походу. Мы голубей практически нету. Кто-то дорого просит, кто-то совсем даром. Такие статные. И почем такие статные? 4 пары. 4000 пары. Киса еще вон аж мокрая. Мы приехали сюда с дочкой рано, уже люди в 4 утра выставлялись. Такие. Ляушовские. Ляушовские, да? И почем такие? 500. 500 рублей голова. Это YouTube, да? Да. Смотрю вас. Спасибо. Тоже. Сегодня можем посмотреть, да? Сегодня, наверное, вряд ли. Может быть, завтра. Я постараюсь. Это из Мирвода, да? Я с Владикавказа. Владикавказ, 15. Кормушки. Кормушки. Хорошие. Здесь и голова, и жилка, хвосты, и шейки, всех понемногу. Вот, куры. А что такое? Такие пара павлинов. Дальше у нас внутри малышни. Почем такие малыши? 300 рублей. По 300 рублей внутри. А сейчас деда спросят, сказать 500. А, ты шишка. Малышня, 300 рублей. Белые. Я с вами сказал, Чупаты. Так, посмотрим, вот это белые. Широкохвостые, наверное. Мраморные. Почем такие мраморные? По рублю. Это широкохвостый, нет? Много, это, есть широкохвостый, есть многоплёвый. Вот, туда мрамор, это широкохвостый. А то эти белястые.
две голубчики. С бородинами не сошла? Нет, давно. Золотом раморный. Золотом рамор, да. И ты по рублю тоже, да? Нет. Дороже? Да, 5 пара. А я наоборот развожу. Две голубки и голубки. Как только лед бой набрали, приветствую. Сразу на изоленту и племенного ядра. А эти буду убирать. Есть такие, что крылья провел, но не нравится. Вот это крылья. Это отбачка. Такие. Ну головатые. Ладно, всего доброго. Почем такие головатые? Рубль пара. 4 рублей. Иранская порода. Это для рекламы? Ну это на Ютубе, да? Будет, да. Сейчас я поставлю свою эту, можно? Кого? Свой адрес. О, ради бога. Я всегда смотрю в Ютубе, да? Да. Я не пропускаю. Спасибо. Да. Я всегда смотрю. Ролики, когда в Баку был, там это все, я смотрю досконально. Не, это был в Баку, это Герман был. Герман был. А я смотрю ролики все в Ютубе. Вот так. Почтовый адрес. Вот. Видно так, да? Да, да, да. Хорошо видно. И телефончик. Ага. Могу дать. Такие белые. Еще раз покажу. Это белые. Старопородная бакинская птица. Бакинцы и дагестанцы. Головатые. Сейчас их вот для Артура жду. Это тоже старопородная бакинская линия. Хозяина ж снимите, чтобы видно. Да. Шамот, широком выйди, фото этого. Кого? Широкохвостов? Да. А девочка тоже увлекается годом? Это помощница моя, дочка. Дайте вам календарик, это голуби на Новый год, да, календарь. Спасибо. Сейчас. Маленький дать календарик? Тоже голуби, нет? Не пережимай, дома повесит. Еще дать один? Да не, спасибо большое, спасибо. Ну это в интернете будет, да? Да, да, в Ютубе. Там Владикавказ, 15 рус. В Ютубе, послезавтра будет. Да, да. Ну вот это вот хорошая реклама. Вот такие шейки. Шейки чупатые, головатые. 150 рублей. Молодежь. Санек, Санек, не имеешь спрашивать первого голубя. Хорошего. Вот. Молодые. Не могу. Свинята. Почем такие, молодежь? Да по 200, что ли. Хозяин отлучился. Снимали. По 200. Краснодарские красные, да. Тоже по 150 рублей. Чёрт закрытый сидит. Вообще металл уже просто 4 года, поэтому как бы... Ну понятно, уже ветеран. Детей от него я гонял, всё, ну а сам он на плодах сидит. Боевой ещё, блядь. Да, ладно. Белые чубатые с навесами. А такие почем белые? По 500. 500 рублей. Да, дядя. А что это такое? А потом себя в интернете смотри, да? Ну а почему? Посмотрите. Это как жары или называете? Красный или как? Мрамор. Да. Красный мрамор? Да, а лупки уже не посветлее. У мрамора всегда голубая. Ну да, ярче. Голуба красивее, чем голубки. Да, такие почем? По 500. Тоже 500 рублей. Почем мрамор? Слышишь? Отдаю чего-то. Молодежь, созалиненная. Такие разные. Так, здесь. Я забыл.
Белые. Это широкохвостые, да? Нет? Нет. Простые? И почем такие белые? 250. Бесплатно. 250. Завод 300, это самое. Но 300 рублей не дали. Так, кролики. Такие тоже пара чилей. Вот они, чайки. Чайки. А чайки почем такие? 500 рублей пара. 500 рублей пара. Это дешево совсем. Павлини. 1000 рублей пара. Чайки чубатые. Чернышейки. Цена есть, но воды сидят, потому что не продается. Да, здесь тоже бакинцы белястые. Забито в клетке. Шейки, перки, граммарные. Такие. Так, солнышко выходит, будет отсвечивать. Да. Хозяев нету, так, птичек покажу сразу. Птичек. Канарейки, щеглы. Так, ну здесь вот желтые. Где-то зелёные. Так. Дальше, дальше. Ну там самки тут, да. Волнистые. Почем волнистые тут? Там просто 200 рублей. 200 рублей. Очень много попугаев. По 200 рублей. Так, ну, один из них. Пропускаем шейки. 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 Я вот не жил, но там. Уже белые широкохвостые. Хозяев. Ну, тоже мрамор широкохвостый. Ваш? Мраморный. Такие. Вот купите куропатку, добрый. Такие. Два удовольствия ему. Римские великаны. Марка, давай, где ты? Да. Серега. По телефону разговариваем. Салют, тут кума. Декоративные, кочерявые. Где ты подруга до самой ночи? Немцы. Марш. Немцы. Ну чего ты стоишь? А немцы почем такие? Полторы пара. Ну такой статный. Статный. Куда ты бежал? Такие штрассы, или как их называют. Ох, какой здоровый, а! Огромные римские великаны. Здесь карьеры вот такие.
там сидят. Карьеры. Здесь Николаевский всяких. Вот еще. Не знаю эту породу. Так, ладно, мне звонят ребята. Буду продолжать третью часть.